Предложения, которые поступили от управления СБУ, мы с департаментом финансов и с моим замом Андренко Валентиной Ивановной мы заложили в проект бюджета на 2016 год. Осталось защитить его перед депутатами. Если они примут бюджет и в той редакции, которую они примут, это все останется, то можно сказать, что у нас с вами все, наши договоренности будут в силе. Со своей стороны хотел бы поблагодарить вас за вашу работу. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество, на то, что у нас количество преступлений громких вообще исчезнет, количество мелких преступлений будет сокращаться ежедневно, благодаря тому, что у нас появилась новая патрульная служба и благодаря ее сотрудничеству с громадскими формулами. Хотелось бы поблагодарить еще раз такие формулования, как СОКЕЛ, Захист, Народная дружина и Каскад за их работу в районах города и за то, что они помогают нам держать город в спокойствии. На самом деле, учитывая наше местоположение территориальное и близость к зоне АТО, можно было предположить, что у нас будет больше таких случаев. Очень надеюсь, что такое спокойствие для граждан Николаева, для николаевцев сохранится и в следующем 2016 году. Спасибо вам за работу. В свою очередь хотел бы вручить некоторые награды. Да, пожалуйста. И в качестве отметки вашей деятельности в городе Николаеве. Правами городского головы за активное участие в работе по охране общественного порядка награждается почетной грамотой Голов Виталий Владимирович.